Вместе с работниками предприятия «Водоканал» наша съемочная группа спустилась на берег Бавлинки. Перед нами предстала неприятная картина. Пахло канализацией. Некоторые жители прямо со своих участков выбросили на берег ботву картофеля, мусор. У многих канализационные люки, туалеты находятся близко к берегу. У одних фекальные воды из туалета стекали прямо в реку. На днях сотрудниками «Водоканала», абонентской службы «Водоканала», во время ежедневных проверок, рейдов проверок по частному сектору по выявлению незаконных врезок в систему водоснабжения и водоотведения были обнаружены незаконные выпуска канализационных стоков в реку Бавлинка. Все данные материалы будут переданы в прокуратуру для принятия соответствующих процессуальных решений. Представители «Водоканала» и начальник юридического отдела райисполкома Радик Кагиров прошлись по домам по улице Советской в целях обнаружения незаконных канализационных стоков. Одни жители просто не открывали ворота, а другие утверждали, что там текут родники, а не канализационные воды. Конечно. Хотелось бы отметить обращение к населению по поводу того, чтобы люди надлежащим образом содержали свои септики, выгребные ямы, не допускали, то есть то, чтобы данные нечистоты попадали в реку Бавлинка для недопущения экологической катастрофы на территории города. То есть своим бездействием или активным действием, в части того, что они как раз-таки нелегальным образом незаконно устанавливают выгребные ямы вблизи реки Бавлинка, то есть они допускают то, что данная река потом попадает у нас в реку Ик и допускает экологический урон не только для города, также и для района, для всей республики. Айгуль Хусайнова, Артем Артемьев, БРТ.